Ну что ж, и всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня в рубрике «Смотра не боль» у нас будет игра, которая называется «Арагами». В общем-то, это у нас повествование «Духомщение», за которого мы, собственно, будем играть, вы увидите на своем экране. Давайте посмотрим, о чем вообще игра, ну и заодно посмотрим на геймплей. Как я всегда говорил, мы будем играть на минимальной сложности для смотра, ну а если уже игра действительно понравится, то будем большую сложность использовать, да, Санта? Чё ты от меня хочешь? Чё? Арагами. Что? Где я? Арагами? Кто здесь? Иди ко мне. Иди на мой зов. Так, ну, в общем-то, уже началась непосредственно игра. Подойди. Блин, я не знаю, куда правильно ударение ставить. Ямика, ямика. Получилось, ритуал сработал. Настоящая Арагами. Я смогла. Молчание. Меня зовут Ямика, видимо. Это я призвала тебя. Как тебя зовут? Как ты себя чувствуешь? Видимо, Арагами и правда ничего про себя не знает. Арагами? Прости, наверное, непонятно выразилась. Ты Арагами, дух мщения, призванный древним ритуалом. Я не знала точно, получится ли. Мщение? Да, клан под названием Кайха. Они убили моих людей, они забрали нашу землю, уничтожили все. Мы проиграли войну, а они учинили разгром. Как я избирательно выбираю слова из ее диалога. Кайхо? Я одна из немногих, переживших атаки. Они держат меня в плену далеко отсюда, в городском храме. То, что видишь ты, лишь мой образ. Я не знаю, долго ли они будут меня удерживать и сохранят ли мне жизнь. Ты моя единственная надежда, Арагами. Понятно. Что я должен делать? Во-первых, без оружия ты далеко не уйдешь. Следуй за мной. Отлично, я твой дух, но пошли за мной за оружием. Гениально. Ворота заперты, как же ты проберешься? И правда, как же я проберусь? Я умею делать вот так. Нравится, как у него все цвета пропадают, когда он в тень уходит. Прицельтесь в любую тень, нажмите right button, чтобы телепортироваться с нее. Руны на вашем плаще показывают уровень силы. Если этой силы мало, выполнить прыжок тебе не получится. Вот оно что. Да нахер мне это все? Ты можешь использовать силу тени. Я не знала, что Арагами это умеют. Я тоже. В таком случае остерегайся света. Он будет лишать тебя энергии. Оставайся в тени. Ну да. Вообще не могу ничего сделать. У меня вначале заполняется красным. А, нет. А потом белым. Типа красная мало силы, да? Чтобы использовать свои навыки, нужна сила тени. Источники яркого света лишают вас силы, а нахождение в тени восстанавливает ее. Shift бежать. Я надеюсь, я смогу хотя бы мечом-то махать. Как думаешь, помогут нам здесь твои способности? Да ты издеваешься. Неплохо. А тут? Изи. Отлично. Идем. Здесь для тебя кое-что есть. Какое интересное обозначение силы воина.
Кстати, он только что был на свету, но сила у него не утратилась почему-то. Видимо, наш арагами потек от вида меча. Силы не стало убавляться. Да, отлично, пригодится. В смысле пригодится? Ты мне и так хотел меч отдать. Ты что, мачете сейчас, что ли? О, об стену. Класс. Я могу прыгать об стены. Так, стоп, а почему я только об эту могу? Нет, я могу об все стены биться, ура. Осторожно, это враг. Замри. Кайха, армия света. Незаметно убийство, а может присесть как-то, нет, я не знаю. Типа вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Рачком-рачком-рачком. Я ему чё, анус проколол? Он от стыда умер. Я его убил. Светяшка, я его убил. Ну, я это сделал. Что дали? Так, от количества света вокруг вас зависит ваша видимость. Оставайтесь в тени, передвигайтесь в приседе, так и будете менее заметны. Источники яркого света могут мгновенно вас выдать. Будь осторожен, солдаты Кайха адепты света, их мечи усилены энергией света. Даже не думай биться с ними лицом к лицу. В смысле? Я ж дух мщения. Я дух мщения или сыкло мщения? Я же должен навевать ужас. А я насколько виден вообще в тенях? Вообще не виден, да? Здрасте. Вы ничего не видели? Не виден. Сейчас. Дух мщения, блин. День настанет, мне кажется, я это... растворюсь. Двигайтесь при всиде. У меня, блин, от вчерашнего рейджа палец болит. Там постоянно в приседе приходилось ходить. Из-за того, что сыкотно было. Нет, не поворачивайся. Стоп. Убийство и скрытное убийство одно и то же по очкам. А какой смысл-то караулить жертву вообще? А потолок? Класс. Еще я потолок могу. Так, теперь у нас убийство сверху. Эй, поза наездника. И все равно сатен главное. Кошмар. Я тут, значит, заморачиваюсь. Позу наездника встаю, чтобы его убить. А, так я ему не глотку перерезал, я его просто кольнул. Хм. На самом деле интересно, как... Ну, это, конечно, тема не самая лучшая. Какой удар нужно нанести, чтобы мгновенно человека на тот свет отправить? Просто мне кажется, вот этот вот прокол в сердце не должен убить сразу. Ну или что-то рядом с сердцем. Он, допустим, в мозг, это да, это может. Не знаю, там голову рубануть, ну, собственно, тоже. Отключить, так сказать, мозг от тела. В остальных случаях, мне кажется, что-то как-то вряд ли. Он еще и прошипеть что-нибудь там может, проораться. Сердечко какое-то время поработает еще. Покровит, правда. Город ведь далеко. Зачем ставить нас охранять эту проклятую деревню с призраками? Ты хоть знаешь, почему мы здесь? Я не знаю. Смерть капитана Юки. Убийство капитана Юки. Из-за него все началось. Да ты и сам знаешь. Брось. Ты
На него напали из засады в лесу, помнишь? Его прикончил вражеский убийца. Это могло случиться прямо здесь, прямо сейчас, там, где ты стоишь. Нам надо быть настороже, внимательными, как никогда. Да. Вы потрындели, нет, там? О чем это они? А, то есть мне их убивать не надо, да? Я не знаю. И я не знаю. Давайте все не будем знать, о чем они. Физика. Не упал. Ой, ой-ой. Что, это кряхтелка, что ли? Спалила. Ой, это ж те самые, которые как никогда. Отлично, он поменял траекторию падения. Нахрен мне сюда? Кэптена какого-то убили. Я тут при чем вообще? Так, ну мне убийство сверху определенно надо сделать. Скидыщ. Скидыщ. И, по-моему, отсюда свалить надо, да. Пока что клан тени минус, я плюс. Не обнаружен 90. Так я же и не обнаружен. Рейтинг S. Надо было всех, походу, убивать. Вообще налево-направо. Самое главное, надо посмотреть, будет ли у нас хоть какая-то прокачка здесь. То есть, если просто выполнять миссии ради получения эфемерных очков, которые никуда не потратить, ничего с ним не сделать, ну, это немножечко скучно. То есть, хотя бы маломальскую РПГ-составляющую добавить было бы неплохо. Пока, в принципе, ну, неплохая игруля. Не забывайте, ребят, про голосовалку справа наверху. Которая уже давно, по минуты две как должна была появиться. Я обычно где-то на 10-й минуте ее ставлю. Блин, я забыл, как зовут этого бога. Вот опять. Ямика, мне было видение. И у меня оно было. Видимо, ритуал создал какую-то связь между нами. Еще у меня было видение, когда я проснулся до встречи с тобой. Что это значит? Не знаю, а ритуал, которым я тебя вызвала, описан не очень подробно. Надеюсь, мы скоро все узнаем. Идем дальше, я ведь хочу, чтобы ты исчез на заре. Хорошо, что? Ой, я тебе не сказал, твое тело сделано из теней. Если его коснется хоть лучик солнца... Хорошо, что хоть сейчас предупредила. Прости. Как заряжена. Смотри, а рогами у статуи лежит свиток. Давай посмотрим. Давай посмотрим. И вот оно, то самое РПГ-составляющее. Находите свитки, чтобы узнавать больше о прошлом и открывать новые способности Арагами. Откройте меню навыков, нажав F1. И расходуйте очки навыков на новые навыки их улучшения. F1. Сакаку кунай. Чё, блин, господи. Так, прыжок в тень. Моментальное перемещение из тени в тень. Чё? Так это и есть, да? При выполнении прыжка в тень на край, где стоит охранник, охранник будет сразу же убит. Угу. Ну, у меня есть подозрение, что, наверное, мне особо тратить-то не на что, да? Кому интересны навыки, можете прочитать. Я думаю. Так, кунай убивает абсолютно бесшумно. Ну, такая, как бы, знаете... Не сильно, не сильно большое древо, но тем не менее, я считаю, достаточно. Создает тень на любой неосвещенной поверхности. Вот оно что. Это прикольно. Исчезнуть труп врага, если подойти к нему. А зачем? Или типа они агрессивные становятся, ваш спутник ворон. Куросу осмотрит окрестности и укажет вам цели. Вот это, кстати, тоже крутая вещь. Помечает, Куросу помечает вашу цель, постоянно отслеживает ее. У-у-у. Показывает все находящиеся поблизости скрытые свитки. Тоже хорошая вещь, я думаю, это для поиска всякой фигни. Прицельтесь в любую поверхность, нажмите Left Button, чтобы создать тень. Создавая тень, вы сможете передвигаться незамеченным или перемещаться в ранее освещенные места.
Мне больше интересно, как на это будут реагировать враги. Ага, то есть это все, да? Ну ладно, окей. Ты впитал его ауру? Потрясающе. Мне кажется, она сделала тебя сильнее. Давай поищем еще. Давай поищем еще. Создание тени. А что делать-то? А, ну то есть она временная, я понял. Я размазню сделал. А что надо? Если у тебя закончилась энергия тени, задержись ненадолго в тени. Спасибо. Я еще из первой миссии понял. Да зачем это делать, я не понимаю. Че, создание тени? Я, кстати, не могу переместиться. А, у меня силов нет. Блин, рейнджа тоже такая се. Старайся создавать тени, а потом перемещаться в них. Так ты сможешь залезть куда угодно. Понятно. Короче, это, как бы это сказать-то, закручивают гайки. Видишь тот храм? Туда мы и идем. Не вижу, вижу. Зачем? Я слышал, там держит животное, которое может нам помочь. Животное? А, ворон. Животное? Да, похоже, оно как-то связано с магией, с которой они связали... С которой они взяли меня в плен. Ты должен найти Арагами. Ты должен его найти Арагами. Кстати, можно я буду звать тебя Арагами? Наверное. Я думаю, можно. Если бы я еще знал, как меня зовут, наверное, я бы сказал нет, но в данном случае похеру. Понято. А чё? Чем эта область хуже, чем эта область? Я чуть не понимаю. Я могу что-то с трупами делать вообще? Или только смеяться над теми позами, в которых они лежат? Блин, вот Ctrl бы на постоянку зажимался. Ни хрена ты, скорый на расправу, товарищ. Я понял, хорошо. Собственно, вот для чего умение пропадания трупов. Весьма хорошее умение, к слову. Как оказалось. Пропажа трупов очень даже в тему. Что, блин, не так? А, я не в тени, у меня сил не восстановились, ядрическая сила. Я понял. Из-за этого только на короткие дистанции броски можно делать. Так, я его видел и не вижу. Восстановление. Как говорится, привык, что восстанавливается на автомате.
Нашли, куда нас отправить на кладбище? Боишься привидений? Нет, просто ты разве не слышал, что про такие места говорят люди? Там пропадают старые боги Арагами. Ара, что? Перестань. Будешь слишком много думать о сказках, закончишь, как капитан Юки. Будь мужчиной. Будь музиком. И куда он пойдет, или он просто будет периодически поворачиваться? Ой, да пофиг. Пошли уже. Сюда, рогами. Ага. Только у меня энергия еле восстановилась. Я тут потусю маленько, хорошо? Не торопись сильно. Найди животное. Ах, охранять талисман, охранять птицу, охранять эту дверь, охранять эту ту дверь, охранять, охранять и охранять. Когда же бой? Это приказ капитана Хикару, я и сам не в восторге. Я просто не понимаю, чего он так беспокоится, а птице в клетке прямо хочется на нее взглянуть. Не вздумай, как только оставишь пост, сразу явится капитан, сам знаешь, лучше его не злить. А ты хоть раз видел его злым? Я был рядом, когда этот змей Хе собрал своих людей и устроил засаду на капитана Юки. Он тогда был уязвим больше всего. Капитан Хикару увидел капитана Юки, и что-то там я не успел. К тому же именно я поймал эту проклятую птицу. Не трогай ее. Ладно, ладно, не буду. Видимо. Пардоньте. Хотел бы сказать, видимо, наглеть настолько нельзя. На цвет не спрячься. Не спрячься. Я просто на другую сторону зайду. Наконец-то освободим его и пойдем дальше. Да. А то такой фейл как-то грустненько. Ха, вовремя. Я попробую остановить его. Следуйте за вороном. А где он вообще? Так, я вообще не могу ни двери открывать, ни хрена делать, да? Какой я полезный. Прыгать я тоже не умею, да? Блин, вот хрен его знает, мне туда или сюда. Туда. Не сюда. Не надо падать. Можешь падать. Так, куда далее? Чё там? Ни хрена не понял, что написано. Но, видимо, мне хана, да? Там, видимо, была надпись «Создать тень», но это так хорошо видно и так понятно, что я, естественно, просрал благополучно. Блин, ну это непонятно, серьезно. Тут как-то более вменяемо, что ли, надо делать такие моменты, где есть тень, где нет тени. О, здание тени. О, здание тени. Ох уж это у здания тени. Так,
Давайте восстановим. Помажем и прыгнем. Пойдет. Опять о здание тени, да. Пошли в тени. Слишком медленный реген. Сейчас за вороном дойдем. Я думаю, смотр будем заканчивать. Я нашла его. Он испугался. Я бы тоже обосрался. Мах какой-то. Курлы-курлы, ёпты. Эти видения, что они означают? Я не знаю. Я как будто бы сам там был. Я, кажется, использовал силу света. Если ты уже пользуешься силой тени, адептом света быть уже не получится. И еще ты был рожден этим вечером, помнишь? Но если это не мои воспоминания, то что это? Чье-то видение? Прости, я не знаю. Может быть, мы все узнаем по пути в город? Ясно. А как нам поможет ворон? Он следит за делами Кайха, он выведет нас к талисманам. Талисманам? Магическая печать, с помощью которой Кайха пленили меня. Черпает свою силу от 6 талисманов, чтобы сломать печать, нужно найти их все. Значит, надо собрать все талисманы, прежде чем тебя спасать. Да, а ворон поможет нам их найти быстрее, надеюсь. Ага, если вкачаем. Ну, в общем-то, вот такая вот, ребятки, игрушка. В принципе, как я сказал, игра неплохая, как по мне. Пишите свое мнение, понравилось, не понравилось, чем понравилось, чем не понравилось. Ну, а на этом давайте заканчивать смотр. Это была игра Рогами. Увидимся с вами на следующем смотре. Всем спасибо, всем пока. С вами был Wage of Sin.